Видели, как меня затроллила игра? Пули, блядь, не попадали. Пули не попадали. Пули не попадали, блядь. Окей, начинаем заново. Чё, весело вам, блядь? Весело? Кто там, блядь, хочет? Storm River хочет? Говно, типа этого. Весело тебе? Storm River. Понимаете, я, блядь, кнопку жму, я ее жму просто, я ее держу. Не так, чтобы я ее, блядь, тапнул и убрал. Нет, я ее держу дохуя времени, просто дохуя. Она просто не работает, управление в игре. Не работает и все. Не работает, ладно, пол игры почти пройдено. Это ты про какую игру? Так, хорошо. Блин, из-за метрошки инвенчуры их дорочить надо обычно, если там есть платформы. Иногда, конечно, не нужно, если это просто инвенчура. Всего 9 уровней из 20, заебись. Блин, 8 это то же самое, что Knight Lore. Следующая игра на этом движке. Я хотел как-то пройти, но она слишком задротная. Такая же задротная, как Knight Lore, и я подумал, что в пизду, блядь. Хватит с меня одной такой игры. Так, чё тут у нас? Вниз, блядь, иди. Вы видите, да? Видите, видите, видите? Вы это видите, да? Я вот это вижу, и мне это вообще не нравится. Ну, блядь, ну вниз кнопкой нажата была! Так. Блин, 8 игра нормальная, но это игра на движке от Knight Lore. Knight Lore у меня, ну, я его прошел, все, я не хочу вторую игру такую же проходить. Будь она не такой ебаной, можно было бы поговорить еще. Но она, к сожалению, она ебаная. Поэтому не хочу. Так. Так, это что еще такое? В смысле, блядь, именно Alien 8 классика считается, блядь. Knight Lore считается гораздо больше классика, чем Alien 8. Что ты, блядь, несешь? Блядь, ну спасибо, блядь, под руку, спасибо, блядь. Хуйню, хуйню какую-то, блядь, несет. Блядь, спасибо, блядь, Storm River. Спасибо тебе большое, блядь. Пизду, блядь. Когда они делали Knight Lore, они сделали, блядь, этот ебучий движок.
Люди ничего не пишут подобного, что ты пишешь. Ничего подобного люди не пишут. Nightlaw, первая игра на этом движке. Filmation 2. Или Filmation 1, хуй его там помнит, как он там правильно назывался. Дальше уже пошли срать на этом движке все, что можно. Купили у раровцев этот движок, у Ultimate. И начали срать все, что можно. Сам Ultimate тоже срал все, что можно. Alien 8, вторая игра на этом движке, вот и все. Какой, блядь, она может считаться классикой? Ну, наверное, считается, блядь, но не больше, чем к Nightlore. Бля, короче, не знаю, я не хочу эту игру проходить, она в целом нормальная, то есть тут есть какая-то задумка, ну, блядь, 90-й год, ёб вашу мать, сделайте нормальное управление. Почему управление говно? Ну, серьезно. Почему, блядь, я вообще должен 200 уровней проходить, блядь, с таким говёным управлением? Ну, Alien 8 это то же самое, что к Nightlore, просто с другим героем. Все. Та же самая игра. Игра нормальная, как говорится, можно при желании пройти, но она задротная. Надо понимать. Ты не сядешь так просто и не пройдешь. Тебе надо сесть, изучить, блядь, всю карту, нарисовать себе оптимальные пути. Это сложная игра. Это хорошая, но сложная игра. Не было бы Nightlaw, я бы ее проходил, да, но... А второй раз так, блин, задрачиваться, что-то как-то лень. Что за жанр? Тупое говно тупого говна? Так называется этот жанр? Чё, хотели спектром? Хотели спектром, блядь? Получайте спектром. Уверен, там два человека в чате осталось. Так, чё тут надо делать? Здорово, Кейма. Тут ничего интересного. Игра нагибает меня. Я страдаю. Так. Игра нагибает меня своей кривостью. Мне больно в это играть. 200, блядь, уровней. 200, блядь, уровней. До 90 то ли 8-го, то ли 6-го мы там дошли. Забыл уже. Это не турбо-пауза. Просто пауза. Ой, бля, так, раз, два, три. Очки, которые ничего не дают. То есть, ну, блядь, какого хера ни одной жизни не дают за всю игру? При том, что есть сбор очков. Вот этого я понять не могу. Так, ладно. То есть, вот есть игра Rex, например, отличная продвинутая игра.
89-го, по-моему, года. Да, она тоже подлая и кривая местами, но она, блядь, хотя бы управляется нормально. То есть там вся кривота намеренно такая. А здесь просто управление говно. Просто управление говно. Так, что тут у нас? Пошел, блядь. Ай, так, раз, два, раз. Так. То есть в этой игре невозможно импровизировать, понимаете, с таким управлением ебаным. То есть ты либо каким-то макаром все сделал идеально и прошел. Либо все, ты пошел нахер. Увы, ах. Так, что здесь у нас? Так. Понеслась дальше. Понеслась. Пойди, моя. Еще понеслась. Ох, бля, так. Знаете, это вообще не просто вот это все делать. Вообще не просто. Так. Дальше. Так, хорошо. Три выстрела всего. Так, то есть раз. И вот так он два. Страшно. Тогда 5 из 10 максимум. Кто-то спорит с этим? 5 из 10 это 5 из 10, а не 0 из 10. Так. Ну все, пизда, блядь. До свидания. Причем это... Ну все, пизда, блядь. До свидания. Спасибо, ебучая игра. Ну то есть, вот, пожалуйста. Так. Просто я даже не знаю, это даже не расслабленность, это ну, просто не сработала кнопка. Я не был готов в этом случае к тому, что кнопка не сработает. Так. Так, здесь что? Барбариан, кстати, очень классная игра. Мне понравилась. Понятное дело, тоже есть свои нюансы. Но прям... Я прям кончил, когда тестил. Так, ох, блядь. Ну, тут да, тут надо... Так.
Смотрим дальше. Так, один. Сюда. Так. Вот рядом с этими, блядь, очками вообще капец как все хуево работает. Ой, блин, тут надо много чего снять. Так, 4 выстрела. И побежали. Так, тут, ну тут все понятно. Один. Так, здесь что? Вот так. Ох, ёбаный. Так, раз, два, три. Вот как вам это, блядь, нравится? Охуенный уровень, да? Блин, поэтому эта игра в первый перебор была нахуй послана, понимаете? Поэтому эта игра была нахуй послана в первый перебор, вот и все. Так, на этом уровне я тогда одну жизнь зафейлил, да? Так, раз, два, три, четыре. Опять, блядь, чуть не подвела эта хуйня. Так, тут чё? Согласен. Хорошо еще, что пауза есть. Вот, прикиньте, не было паузы. Прикиньте, какой бы пиздец был бы. Ох так, ох. Здесь нужно остановиться идеально. И пройти сюда. Окей. Так, здесь что? Так. Ну, блядь, ну сколько можно жать кнопку, чтобы она сработала, блядь? Просто говно, просто, блядь, говно. Я уже, блядь, не верил, что кнопка еще раз не сработает. Понимаете? Уже нельзя было это поверить. Слишком мало жизни, слишком мало жизней. На 200, блядь, уровней. Ну нет, конечно, не работает кнопка. Так. 4. Просто ничего не работает в этой игре нормально. Congratulations, вы самый лучший разбиватель говна. Какая-то еще может быть концовка.
Так. Так, 93. Так. Так, здесь нужно... Раз, два, три. Так, у меня все понятно. Тоже все понятно. Блять, сейчас чуть не врезался. Так. Да, кемыч, это, блять, говно, на которое даже смотреть невозможно. Ладно, пол игры пройдено. Так, что тут у нас? Кое-как пробились. Что дальше? Так. Идем сюда. Вот так вот. Так, здесь нам все просто. Вот так вот. Прикиньте, были идиоты, которые здесь собирали все, что можно собрать. Конечно, блять. Ну, блять, выстрели, пожалуйста. Спасибо. Так, вот это интересно. Так, 107. Зато сейчас, блядь, он выстрелил лишний выстрел. Хорошо, что я был не на той линии. Так, ладно, так. Допустим. Допустим, так можно было сделать. Допустим. Так. Допустим. Так, сколько там? Раз, два. Еще два, да. Так, раз, два. Страшный уровень. Ох, пиздец. Так, ну тут понятно, тут раз, два. Видели, да? Чуть было мне все не проебали. Дальше идем. Так, у меня 6 выстрелов. 6 выстрелов у меня, а тут что? Так, один. Текс. Видели, сколько раз я нажал вверх, чтобы оно сработало хоть раз? Это ж кошмар просто, а не игра. Так, хорошо, значит, раз, два, три.
я поиграл, конечно, вопрос на игру сейчас. Так. Ну, хорошо. Вот так вот, да? Окей. Так. Куда дальше-то, блядь? Ладно, можем было не тратить. 5 выстрелов. 5 выстрелов. Раз, два. Еле как? Да понятно, кибер. Как только это оправдывает тех, кто спрограммировал это говно? Никак, правильно. Сделали говно просто. Но я думаю, все-таки нет, тут игра просто подлагивает, понимаешь? Просто игра подлагивает везде. То есть четко видно, когда там что-то начинает происходить, все лагает. Игра начала лагать. Так. Так, здесь что у нас? Здорово, Сноубой, здорово, рейдеры. Но вы пришли прямо на самую охуенную в кавычках игру. Вы пришли прямо на просто полное дерьмо. Здорово, череп. Так. Это то, что, о чем Сноубой говорил. Игры не для слабонервных. Это, короче, спектром. Тут 200 уровней и всего 3 жизни. 2 я уже проебал, как вы видите. Так. Вот у меня 133 уровень. Текс. Всего 6 выстрелов, да? И тут все не работает. Тут все не работает вообще. Так. Тут все не работает, к сожалению. Здорово, здорово, здорово всем. Ребятки, сорян, я предупредил. Зрелище не для слабонервных. Сейчас я еще сдохну, скорее всего, из-за того, что нихуя не работает, и заору. Так что имейте в виду. Здорово, Михалыч. Так, что тут у нас? Так. Здесь что? Так, я что-то не понял, что здесь. А, здесь сверху только. Так. Тут что? Очень сложно что-либо сделать в этой игре, потому что управление очень тугое. Ну, не просто тугое, оно тормозное. То есть ты кнопку жмешь, она может не сработать. Когда... Когда... Что-то там происходит, типа вот эта штука сзади приближается, все начинает лагать. Ну, сейчас, блядь, вот 4 раза кнопку жмешь, а работает 2 раза. Так, давай здесь. Один здесь. Один здесь. Один тут. Так, здесь что? Не все уровни сложные, есть легкие уровни. Так, тут что? Ох, блядь.
4, а там 5. Ну ладно. Так, 6 выстрелов осталось. Так, 1, 2, 3. Хорошо, хоть потолки не убивают. Так, значит, тут 4, стреляем. А-а-а-а. 148. Так, ну здесь, как ни крути, надо дохуя сбивать. При этом, естественно, как в любой хуёвой игре, в какие-то моменты управление может ускоряться. Так, ну чё, 3/4 пройдено. Ох, значит, 1, 2, 3. Ещё бы, блядь, одно лишнее движение, и было бы не пизда. Ну вот это вообще что такое? Вообще нормально? То, что сейчас вы видели. Так. Нихера сейчас кнопка не работает опять. Так. Так. Как вы понимаете, оружие все нужно идеально по минимуму расходовать. Но вот это что? Это что такое? Ой, кстати, это вообще пиздец, мне нужно очень идеально все сделать. Иначе бы кино не было, потому что штука очень быстро раздвигается на один пиксель вправо. Так. Видите, как все рассчитано? 2 выстрела всего оставалось. Так. Так. Так, блять, что тут делать? Как страшно в это играть, так, господа. Да я не скинул еще призовые венька лора, потому что Тинькофф банк говно ссаное. Проебали перевод, а не по лору. При этом Драгу отправилась нормально. Ох, бля, тут-то что делать? Так, надо... Так, он сделать здесь что? Так, 1, 2, 3. Так, здесь что надо сделать? 1, 2, 3. Так, а здесь что надо сделать? Так, то есть любой лишний выстрел, любое лишнее движение, все, я труп. Так. Понимаете, да? Так, 165 уровней. Так, ну здесь, видимо. Давай, блядь, двигайся, говно ебучее. Тормозной кусок кала. Здесь надо все очень быстро делать. Видите, то есть мне надо сейчас было, если бы он не встал, то я проебал. А, так. Так, ладно, здесь, значит, 1, 2, 3. Так, так. Дальше. Как все лагает, пиздец. Просто невозможно. Еле-еле успел. Так, здесь идем сюда. Вот так вот и вот так вот. Ох. 1, 2.
Так, 5-6 выстрелов, да? Чего, блядь? А где, простите? Так, ладно. Один выстрел остался, вы серьезно? Охуевшие. Видали, какие охуевшие, господа, тут у нас игру делали. Ох. Здорово, Тактикс. Так, 5 выстрелов осталось. Со 78, между прочим. Да пиздец, череп. Чтоб где-нибудь было. Так. Все, видели? Не сработала кнопка. Не сработала кнопка, и по факту это... Ну, игра сжалилась вот здесь. Поэтому я еще жив. Вот, дала вторую. Вообще, это была смерть. Так. Вообще, это была смерть, конечно. Видели, я сейчас среагировал вовремя на то, что кнопка не сработала. А то я уж почти поверил, что она сработает. Ой, блядь, ну и пиздец, а не игра. Надо же долетело. Здесь могла игра ускориться внезапно. Но вот это что такое, например? Видели, да, там как меня штука прижимала? Так, 3 выстрела. Так, здесь что делаем? Вот так делаем. Прекрасно. Пиздец, ебану уровень был сейчас. Так, здесь идем. Вот это убиваем, затем. Так. Нахуй валим. Интересно, разраб всерьез рассчитывал, что... Ох, блядь. Ох, блядь. О, пиздец, это самый сложный уровень был. Так, 3. Я его прошел не оптимально, но прошел персием. Так, 3 выстрела. Так, 1. Ох, ебать. Ох, ебать. Так. Да, валим, валим, валим. Так. Раз, два, три. Так, ну что, осталось сколько там? 3 уровня осталось. Так, раз, два, три. Так, здесь что? Раз, два.
Так. Родин, это говно. Фух, блять. Ну в пизду эти игры. Уж, блять, уж правда. Уж лучше в черепах играл, чем в это. Ну не 3, Stormbreaker, не 3. Почему 3? Фух, блять. Блять, играем дальше. Ладно, все, вздыхаем. Вздыхаем и делаем хайскор. Фух. Понятно почему, да? Я не хотел в это играть. Ладно, это говно на 5 из 10 пусть будет. Все-таки проходится. Короче, сейчас сделаю себе попить воды, и Барбарян будет. Но это, конечно, пиздец, а не игра. Я согласен, что эта игра хуйня ебаная. Ну, геймплей есть. 3 жизни есть. Задумка здесь есть, реализация говно. Ладно, так. Брейкнайк, да. Так, а сейчас будет игра с пиздатой музыкой на Spectrum.